Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Realme 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве проверить свой серийный номер и имей, естественно. Как же это сделать? Вначале нужно зайти в меню телефон и вписать следующий код. Звездочка решетка 06 решетка. Здесь вы увидите два номера имей вашего устройства. Это под сим-карту номер 1 и под сим-карту номер 2. Для того, чтобы увидеть ваш серийный номер, вам нужно будет перейти в приложение «Настройки», спуститься в самый низ и выбрать пункт «О телефоне». Он не в самом низу, конечно же, но где-то там посерединке. Если вы спуститесь в самый низ, вы сможете его увидеть. Итак, здесь вы можете увидеть абсолютно все данные, скажем так, о вашем устройстве. Можете даже посмотреть сертификацию, да, что немаловажно. Но нас интересует немного другая информация. Да, вы статус тоже можете, естественно, проверить. Но здесь вместе со статусом вы можете увидеть и серийный номер. Да, вот зайдя в пункт «Статус», вы можете найти здесь серийный номер. Здесь также будут располагаться и оба номера имей, вот имей номер 1 и имей номер 2, но также и серийный номер, что вам, я уверен, будет крайне необходимо. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!